После теракта в метро в Петербурге решили запустить автобусные маршруты, дублирующие ветки метрополитена, в том числе дополнительные 50А. От станции Петроградская до станции Московская проезд днем бесплатный. Ближе к вечеру пробки оценивались в 9 баллов. О дополнительных наземных маршрутах власти заявили примерно спустя час после взрывов, после того, как все станции метрополитена закрыли. Но и через 2 часа на конечной обещанного маршрута 50А мы не встретили. В пути от Петроградской до Московской эти автобусы просто встали на наглухо забитых дорогах мегаполиса. До Московских ворот дошли пешком, минут 20, наверное, шли, потом сели на 45-й, еле доехали, потому что дорогу тоже уже перекрыли. Автобусы начали ходить через где-то полчаса, то есть и то их было мало. То есть за всю дорогу, пока мы шли, мы видели только один автобус. После взрыва не просто было воспользоваться и такси, которые выводят на улицы города все машины, тем более, что пункты пропуска ЗСД работают в бесплатном режиме. Но до одних не дозвониться, другие задрали цены втрое, при этом частники развозят людей добровольно, не требуя никакой оплаты. Также опровергнута информация о якобы перекрытом Пулково. Пресс-служба аэропорта эти данные отрицает. Вход на станцию Купчино закрыли в 15:40. 20 минут спустя сотрудники полиции перекрыли ограждающую решетку. В переходе транслируется по громкой связи сообщение о том, что метрополитен закрыт.